Для того, чтобы освоить санскрит, рано или поздно вам потребуется деванагари. Ввиду того, что мы занимаемся удаленно, я использую доску, доска виртуальная. Итак, avvapp.com. Выбираем карандаш, самый тонкий, и каждый пусть себе возьмет определенный цвет. Мой любимый цвет. И пишем Деванагари. Значит, пока вы не отпустите мышку, никто на доске ничего не увидит. В зависимости от размера экрана, возможно, будет интересно перемещаться. Значит, открытой ладонью схватиться и перетаскивать. На самом деле, если у вас такой же монитор, как у меня, вряд ли это потребуется. Но если, например, вы просматриваете с планшета, не исключено, что потребуется передвигаться. Так. Значит, передвижение. Можно ставить картинку. Ластик здесь не очень удачный, он очень маленький, долго. То есть нет такой возможности выделить область и стереть. Поэтому, если я уже много всякой ерунды нарисовал, то я нажимаю мусорную корзину, Clear Page. Yes. И получаем снова чистый белый лист. Так. Значит, по этому адресу вы не увидите, что рисую я. Надо поделиться доской. Share this board. И вот, собственно, вот этот адрес, если мы его скопируем и скинем в чат, и все должны находиться внутри этого адреса. Не внутри, не на сайте AV-AV-AP, но именно в этой доске. Именно в этой доске. Именно в этой доске. Вот. Иногда Chrome притормаживает, иногда надо перегрузить браузер. Кто-то рисует, не видно, что он рисует, или задержка большая. Всяко бывает, но лучше всего в Chrome, надежнее всего, с ноутбука. На планшете бывает неудобно и ненадежно. Собственно, и все. Это доска, которую мы используем для обучения Devanagari. Тут есть даже чат, но нам он не нужен. У нас есть свой чат внутри скайпа. Пожалуй, все. Спасибо. До свидания.